Здравствуйте, друзья! Вы видите, знак дорожный написано «Парк Авеню». И «Парк Авеню» — это не просто там парк и не просто авеню. А вот, значит, там такое место, где люди приезжают со своими, как сказать, Света, домиками на колесах, да, и кемпингуют. Вот, и мы как раз едем сейчас в это место, вы видите, как мы туда заезжаем. Раньше вот это место, то, что называется New Brighton Beach. В Нью-Йорке свой, а у нас New Brighton Beach. Вот этот New Brighton Beach раньше был таким излюбленным местом для проведения всяких вылазок на природу. Но потом там закрыли вот это место, где можно было просто так парти делать. И отдали это все тем, кто кемпингует. Вот мы сейчас туда и подъедем. Вот видите, если вот здесь проехать прямо, то там просто парковка, и можно машину поставить, там пляж, все дела. А вот налево стоял знак, вы, наверное, видели, было написано New Brighton Beach. И вот мы сейчас налево-то и поедем. Поедем мы налево. Тут такая относительно извилистая будет дорожка, и там будут еще всякие указатели, но 25 миль, а мы так и едем. Вот, сейчас мы свернем направо туда, можно сказать, в горы. Справа у нас, друзья, океан. Конечно, до него еще надо доехать, но это недолго. Вот он, вы видите все знаки. New Brighton State Beach. Я может быть... Света, это игра слов. Света меня осуждает, но я так хотел сказать. Я же шучу. Паркинг-лот, говорят, переполнен. Это правда. Но поскольку там наши друзья находятся, и мы знаем номер того, ну, как сказать, лота. Да, вот этого, где они там, значит, кемпингуют, а у них есть билет и все дела. Значит, мы сейчас подъедем вот тут, скажем, мы к таким-то людям. Они глянут, нет ли у них там перебора, потому что на каждом таком кемпинговом месте есть некоторое ограничение, сколько гостей там может быть. И вот, соответственно, мы едем. Тут ценник есть. Давайте я вам покажу ценник, раз все равно у нас ничего не происходит. Вот я вам покажу ценник, вы видите. Да. Мы должны будем заплатить так называемый day parking permit или что-то такое. Сейчас нам скажут. Так, Светик, где у меня бумажничек? Сейчас мы его вынем из кармана. Ой, место знатное. Надо сказать, что те, кто нас смотрит давно и всегда, в смысле не пропускает, были здесь уже с нами пару раз. Минимум пару раз. Так, сейчас мы скажем... Yes, hi, we are going to 79. We are visiting friends at 79. 79, we need a day pass. Yes. И вот там наши друзья, там веселая компания. И мы показывали там мерседесовские, да, вот этот вот RV нашего там приятеля Алекса. Там я показывал там палаточки, в которых ребята живут, какие у них приспособления для воды, для сортира. У них там такой биосортирчик с собой. Вообще народ увлекается. Значит, они говорят, что там уже гостей что-то перебор. И сейчас будем разбираться. В прошлые разы мы тоже так приезжали, и там они рекогносцировка. Это другое. Ну, в общем, переставляли автомобили. Вот там внизу парковочка, значит, мы там можем поехать, одну оставить, потом вернуться. Так, по-моему, нам сюда. Налево, да? Налево. Видите, как тут запутано это все? Да, кемпинг. Да, мы едем на кемпинг. Вот вы видите это все, тут что-то происходит. Вообще, те наши друзья, которые там кемпингуют, вы видели их неоднократно и раньше в наших сюжетах, но не на кемпинге. А вот бывает какая-нибудь партия веселая. Новый год мы с ними встречали последние пару раз. Ну, что еще? Старый Новый год. Это был старый Новый год? Mm-hmm. Друзья, Новый год не стареет. Ну, нет повода не встретиться, так сказать. Мы едем. Теперь очень важно по табличкам тут пройти. Registered campers only beyond this point. Ну, мы не то чтобы registered. В общем, нам надо будет с кем-то вернуться и обменять
вот тот жетон, который там на машину выдан, вот этот day permit. Так, куда мы? 1-3-44-111, правильно? Направо идем. Да. Да, вот вы видите, как народ кемпингует. Вот так вот вроде палаточки, дорога, все культурно. Палаточки, тут всюду, оторвение. Постой, да, 90, у нас номер 79 да. Едем. Вот, они тут, ты знаешь, здесь, конечно, нет такого кайфа, вот как там, где ребята берут. А ребята берут всегда у воды, ну, в том смысле, что берег высокий. Так, не сказать, что там прям вода. Вот, но там как бы между ними и водой ничего нет. Вы надо сказать, что сегодня обещает быть день холодным. Да. Вот, и я даже удивляюсь, как они тут ночевали, но мне, значит, Боря сказал, что чем холоднее, тем прикольнее. У них свой обогреватель там палатка. Он говорит, чем холоднее, тем мы теснее друг к другу прижимаемся. Это с одной стороны. С другой стороны, у них есть обогреватель, и у них там все с комфортом устроено. Хотя сегодня не жарко здесь, и мы взяли с собой просто зимнюю одежду. Друзья, особый кайф состоит в том, что холодно здесь и жарко во всех остальных местах. Да. Поэтому мы... Народ с удовольствием сюда удирает. Не то слово, не то слово. Вот. Не знаю, что вам видно тут по поводу того, что слева и справа, но это вот то самое место. И мы уже подошли к тому месту, где вода. Ты знаешь что, Света, мы, скорее всего, узнаем их по мерседесовскому этому Да, не кроме Арби. Того, мы уже были в этом месте. Мы были, это номер 73. Там за туалетом сразу направо. Там за туалетом, там, там. Да, вот здесь уже обрывы, все, там, за обрывом там, уже океан. То есть да, мы уже справа, просто... да, мы уже... Вот все, вот где-то здесь уже. Да. Вот, вот, вот это как бы передний фронт. А по-моему, это они. Вот это, по-моему, судя да. по машине, это они. Да, по-моему, правда? Тоже, да. Ну-ка смотрим. Да. 79. Да. Да. Вы да. видите, вот, друзья, нас приветствуют. Да. Вроде бы и место есть. Так не, место есть, а пирамида нет. А, понял. Друзья, вот так бывает. Да. Место есть, а пирамида нет. Да. Говорит, можно? Ну, нельзя. Говорит, нельзя. А место есть. Ну, нам нужно все равно. Все вот выгрузить. Мы подъедем сейчас и будем разбираться. Да. Все, значит, эта часть нашего путешествия закончена, а вся остальная часть только начинается.